Первое горячее слово – это поздравление с вашим 100-летним юбилеем. Да, спасибо. Говорят, что лучше позже, чем никогда. Да. Как? Ага. Ну, в майские дни, я думаю, что это по-особому и звучит, и по-особому воспринимается. И, конечно же, с наступающим праздником Великой Победы. С пожеланием крепости духовной, телесной, радости. Радости от праздника, радости от окружения, радости от близких. И радости от того, что ты действительно самый нужный, самый важный человек. Не только для своих близких, но и для руководства города и республики. И, конечно же, пускай с весной и с маем придет тепло, вот эта вот теплота в отношениях будет вечной и неизменной. И чтобы ваши глаза всегда озаряла только улыбка, светились они счастьем, добра вашему дому, и так, чтобы все были живы и здоровы. Огромное спасибо за такие теплые слова. Я рад, что я дожил до этого момента, что я живой и, так сказать, живу в стране, которая ведет по правильному пути. Дальше будем жить и радоваться нашей жизни. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Такие сейчас. Как-то вместе.